Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, это игра Cities Skylines, и мы развиваемся дальше, друзья. Что ж, что могу я вам сказать? Наш бизнес-центр развивается прекрасно. То, что мы ему добавили, не ему, а нашему городу, добавили вот такие вот товарные станции, железные такие, железнодорожные станции, то это очень круто, потому что весь товар сюда, короче, приходит, приезжает, да? И вот и здесь, вот эти вот наши, как его, здания, сейчас посмотрим даже. Раньше у нас у них была проблема. Ну, сейчас тоже как бы есть, но самые большие небоскребы, самые высокие у нас в нормальной сейчас эксплуатации, потому что была проблема в том, что не могли продавать товар. Сейчас не могут продать вот эти вот. Или нет, сейчас, секундочку, сейчас мы найдем, кто тут маленький какой-то. Вот это вот здание, недостаточно покупателей товаров, то есть... Есть пока что проблема, но по-любому стало лучше. То есть это все за счет наших поездов. Поезда, товарные поезда вывозят товар, изобретенный вот этими вот, допустим, как его там, банкирами, там, не знаю, там, специальные там такие, не знаю, тут не заводы, а сейчас посмотрим даже. Офисные здания, ну короче, это фирмы и всякие брендовые такие нюансы, которые производят свой товар, который нужно сбыть. Что ж, и таким образом у нас появилась тут большущая проблема. Это у нас первый товарный терминал, а здесь у нас второй, то есть здесь получается первое, там второе. Здесь проблем нет, здесь машинами как бы вообще проблем нет, тут люди едут, уезжают и все отлично, то есть место есть. Пространство есть всем. Но, если посмотреть, друзья, на... Сейчас я вам покажу. Если посмотреть на вот это вот, как тут рвутся все вот в эту вот... Ой, как ее-то? Товарный терминал, в этот товарный терминал. Все сюда прямо охренеть как рвутся. С автобана приезжают. Смотрите, это у нас выезд с автобана. Приезжают сюда, допустим, чтобы загрузиться или разгрузиться. Поезда приезжают, забирают товар и уезжают отсюда. И большая пробка. Жесть. Ребят, это полная жесть. Я с этим, конечно же, разберусь. Но, как я понимаю, не сегодня. Потому что это, блин, это, я не знаю, потребуется очень много времени, во-первых. А во-вторых, у нас тут есть немножко проблем. Так как здесь слишком большой склон. И эта вот дорога не спускается вниз, чтобы как-то... соединить вот эти вот дороги, чтобы было два подъезда, подхода к промышленной зоне. Ну что ж, с этим мы как бы разобрались. Сказал вам, что почем, что да как, чтобы вы знали, чтобы вы были в курсе, что все-таки проблемы в этой игре есть и даже на моей карте по-любому есть. Ну а мы сегодня займемся, так как у нас просится, смотрите сюда, большая потребность в промышленных и деловых зонах. А мы можем... построить или деловую зону, но она у нас уже есть, мы ее чуток потом расширим, если я не ошибаюсь. Да, я расширю ее, но сейчас, как я вам и обещал, я хочу что-то очень большое построить. Смотрите, у нас здесь есть очень прямо дофига деревьев, и такая зона, как называется, ну, природные ресурсы, это понятно как бы, но... Короче, тут мы построим промышленную зону, но с наклоном на вырубку деревьев. Так что начинаем. Друзья, начинаем. Я, как понимаю, мне этот вот круг не нужен. Им здесь никто вообще пользоваться не будет. Вообще никто. Я уже это заметил. Никому не нужен. Поэтому наша зона... Где она? Еще раз. Вот она, вот здесь. Значит, здесь примерно будет и круг. Здесь замутим круг. И все будет шикарно. Сейчас посмотрим, как это у нас получится. Большая кольцевая развязка. Нет, небольшая кольцевая. Сначала мы сделаем, как обычно, вот эту вот дорогу расширим. И сделать мост, что ли? Ну, давайте мост сделаем. У нас мостов давненько не было. Так что, значит, сейчас мостик у нас как раз будет. Раз. Мостик. И... пусть будет два с мостик, да? Отлично. Потом спускаемся вниз. Все. Но я хочу его немножко спустить вниз, это понятно, но... немножко хочу все-таки подальше его спустить. Спускаем его. Так, секунду, отсюда, сверху.
Так, спускаем. Чуть дальше, дальше. Вот так вот. Вот, равномерненько. Все у нас равномерно, все идет. Смотрите, поезда проезжают под, под этим мостом, и все шикарно, никто никому не мешает. Так, значит, продлеваем вот эту дорогу до конца. Это у нас очень важная дорога. Она проедет вот до сюда. Отлично. Широкая. Широкая, шестиполосная. Три полоски в одну сторону и три полосы в другую сторону. Сейчас пришло время этого круга. Большая кольцевая развязка. Я понимаю. Здесь надо будет что-то мне поломать, сломать. Сейчас кольцевая развязка будет здесь. Еще выше. Вот так вот. Вот так вот здесь будет, я понял. Тогда вот это вот мы ломаем. Ломаем. И может быть сейчас получится, нет? Я вот не помню. Нет, сейчас не получится. Сломаем тогда здесь и здесь. Давайте сейчас сделаем. Большая развязка. Слишком высоко будет, нет? Да, блин, высоковато. Слишком высоко прям. А, переместить тебя можно, нет? Блин, переместить нельзя, к сожалению. Перемещать эти вот дела мы не можем. Удалить. Окей, включаем тогда эту вот зону, чтобы мне было понятно, что я строю. Ага, не дает. Ну, ребят. Тут, понятно, слишком высоко, а здесь, мне кажется, самый раз будет. Самый... Да. Да. Вот она. Главная дорога будет вот у нас здесь. Что ж, работаем дальше. Тихо, не то. Идем мы вот сюда. И, блин, здесь у нас будут вырубаться деревья, ребят. Вы это сейчас увидите, как это у нас будет происходить. Это, по идее, очень круто и прикольно выглядит. Вы это уже видели. Я помню, было у меня уже такое. У нас есть такая уже зона. Но здесь все-таки очень много деревьев и площадь огроменная. Плюс к этому у нас просится прям. Игра сейчас это прямо и просит. Круг, три полосы. А хватит ему три полосы? Ну-ка, сейчас, секунду. Мне кажется, не хватит. Мы расширим, шесть полос сделаем. Вот так вот. Вот так, ребятки. Напоминаю, кому нравится игрулька City Skylines, ставим пальчики вверх, ребятки, лайки и пишем свое мнение насчет всего, насчет игры и насчет советов и так далее. Так, светофор я здесь уберу. Уберу, да, но сейчас надо подумать, что строить дальше. Что мы будем строить дальше, то есть куда и что пойдет, вот сейчас это очень важно. Прям жесть как важно. Я не знаю. Вот так вот, что ли? Не хочу. А, не хочу, это значит... Так, еще раз посмотрим. Мы до сюда будем строить. Вот до этой вот зоны. Но пусть будет, короче, вот так вот у нас все зеленое, чтобы я... Блин, опять же, когда строят дороги, у нас эта вот зелень пропадает. Почему, блин? А, не пропадает, нормально. Нормально, так, машина уже тут разворачивается, это круто. Так, светофор я уберу, это понятно. Блин, как сделать так, чтобы не было вообще светофоров? Я не уверен, что это самый лучший вариант. Но, секунду. Короче, попробовал я всякую хрень, но, блин, это не вариант, вообще не вариант. Так что мы это удаляем. И сделаю пока что как здесь. Так, секунду, вот так вот. Вот у нас круг, вот у нас откуда приезжают все машины, все автомобили, все грузовики и все, значит, дорога будет идти вот сюда, дальше, больше, как говорится, да? А дальше у нас будет, сейчас, секундочку, вот так вот, если я не ошибаюсь, вот так было бы неплохо, отлично. Оуки-доуки, сюда мы протягиваем дорогу до конца. Здесь, мне кажется, до конца смысла нет, но давайте вот до сюда. Блин, сколько же мы денег тратим на дороге, это очень много. Это очень много, хорошо. И отсюда я пойду дальше.
вот отсюда вот. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом, да? Буду использовать каждый сантиметр земли. Каждый. Я не знаю, есть ли смысл вот такие вот длинные дороги делать, но мне кажется, все-таки есть, потому что меньше пробок будет. Так что попробуем. Посмотрим, что выйдет. Если что, потом поменяю, но вряд ли. Практика показывает, что вряд ли. Блин, здесь будет очень много вырубки лесов. Так, ну и здесь я заканчиваю, мне кажется. Тут еще как бы можно еще заниматься этим, но мне кажется, пока что хватит. Значит, если хватит, мы завершаем это все дело. Ага. Завершаем вот так, завершаем вот так, завершаем вот так и завершаем вот таким вот способом. Или же сделаю еще один круг вот там. Но опять же, нужен ли он или нет? Пока что не нужен, но потом посмотрим. Так, что у нас дальше? Тут у нас еще есть пространство неиспользованное. Это плохо. Значит, мы делаем вот такие вот вещи. Есть контакт. Мы расширяемся вот сюда вот. И, конечно же... кстати, у меня идейка. Могу? Могу. Воу. А это же вообще круто. Сделаем что-то вроде этого. И что-то вроде этого. Ух ты, симметрия. Симметрия у нас нарисовалась. Сейчас попробуем кое-что. Так, дорога главная туда. И потом от этой дороги идут вот такие вот. Давайте сверху посмотрим. Строечка, это всегда хорошо. Это very good. Тихо, вот туда вот. Блин, ну у нас тут будет жесть. Много-много-много грузовиков будут тут ехать. Будут. Почему? В чем проблема? А, нормально, можно. Так, что у нас с промышленностью? Мы еще не выходим за пределы? Нет, пока что не выходим, отлично. Значит, можно дальше строить. Вот отсюда. Тут у нас все зелено, все. Тут прямо можно все засеять деревьями. Что не может не радовать. Так, здесь тоже все заполним дорогами. Я надеюсь, что здесь пробок не будет. Это очень-очень-очень важно. Блин, ну давайте тогда вот таким вот способом сделаю. Сейчас, секунду. Вот так пока что. Здесь пока не знаю. Секунду. Вот. Я хочу вот... Не подходит. Не подходит, секунду. Это ломаем. А куда он пойдет? Пойдет-то. Сюда. И сюда, да? Ну, неплохо. Здесь как бы вообще не нужно. Ничего страшного, там одна такая точка будет не засеяна. Вроде бы не страшно. Хм. Блин, прям все использовал. Почти. Так, ну тут очень много будет всего. Я прям в шоке. Не, давайте вот отсюда вот. Я не знаю куда, блин. Вот так. И вот так. Да, чуток симметрии. Будем соблюдать симметрию. Здесь у нас пойдет дела вот... Пойдут дела вот... Вот таким вот образом. Как и с той стороны. И... Нет, не то. И вот так. Ха. Что-то у нас там неправильно пошло. Ага, я понял. Я понял, что неправильно пошло. Значит, будет вот так. Так, секунду. Удаляем. И, как говорится, строим. Ух, как же это много. Так, сейчас разберемся с этими, со светофорами. Чем мы тут делаем? Мы делаем вот так вот стрелочки. Тут круговое движение. Здесь знак стоп. Хотя я не знаю, он нужен, не нужен, без понятия. Но пусть будет, так как круговое движение, значит будет вот так вот. Вот так.
Отлично. Хм. Прям мастер, блин. Все вроде, да? Да, светофор убрали. Но тут, тут должно быть все в порядке, по идее. Надеюсь, будет отлично. Очень на это надеюсь. И еще, мне кажется, можно уже ради, как говорится, ради фэншуя сделать вот это. И вот это. Вот так вот. Да, ради фэншуя. Протягиваем воду. Протягиваем электричество. Электричество. Но здесь понадобится свой источник электричества. Это я почти что уверен. Так что мы сейчас создадим кое-что интересное. А давайте я воду протяну на паузе. Ну что ж, водичкой вроде бы закончил. Вот таким вот образом мы все соединяем. Именно вот таким вот способом. Ой, электростанция, электростанция. Какая же у нас электростанция есть? Есть солнечная электростанция и кое-что. Это у нас что? Атомная. Нифига себе, атомная электростанция. Но мне она не нужна. А, кстати, загрязнение не делает, не дает мощь атома к вашим услугам. Это понятно. Но нам нужно больше народу. Ну хорошо, тогда сделаем пока что. Шум только это вот солнечная электростанция. Здесь у нас нефтяная нет, это у нас загрязнение. Угольное тоже загрязнение. Окей. Гидроэлектростанция. Кстати, гидроэлектростанция как у нас работает? Так, секунду. Мне нужна, наверное, вода, да, для этого? Как она работает? Гидроэлектростанция. И что? Дамба. Ого-го-го. Стоимость строительства 80 тысяч. Вот за это. Нифига себе. Нифига себе, блин. Хорошо, этим мы займемся. Мы заменим вот эти вот на такую вот электростанцию. По идее, я могу сделать даже туннель. Вроде бы, да, с водой, чтобы вода туда вот к нам пришла. А, не знаю, но пока делать не будем. Хорошо, берем тогда вот эту вот станцию. А, у нас еще есть вот это вот. Так, выходная мощность 240 мегаватт. Это у нас... 160, ага, это поменьше. Это у нас что? Геотермальная электростанция. Геотермальная электростанция перерабатывает природное тепло. Природное тепло Земли в электричество для вашего города. Энергия, полученная таким способом, не загрязняет окружающую среду. Кстати, неплохо, но 80 мегаватт это очень мало. Так что мы сделаем вот это вот, которое стоит 90 тысяч. Уход очень-очень-очень, ой. А уход тут здоровый. Но выгоднее. 2000 в неделю. Офигеть. Делаем. Делаем отдельную электростанцию для вот этой вот зоны. Где у нас, секунду, где у нас нет... немного... Ага, ой, тут много-много-много зелени. Все, короче, термостанция у нас будет... Нет, не здесь. Вот примерно вот здесь вот. Вот так вот. Термостанция пошла. Что ж, теперь... Что нам нужно сделать? Блин, очень большой такой масштаб. Район. Нарисовать район. Район, район, район. Сейчас мы нарисуем его. Это у нас район промышленный. Вот весь, весь, весь этот район у нас будет промышленным. И здесь мы дадим специализацию вырубка лесов. Так, специализация жилых зон, деловых... А коммерческие, промышленные. Вот. Лесная промышленность. Все. Как говорится, огонь. И, ребятки, стройтесь. Промышленная зона. Делаем бац. Делаем так вот так. Тут у нас что? Тут у нас деловая. Нет, деловая нам не нужна, нам нужна промышленная. Просто чтобы не ошибиться, вдруг. Мало ли. Все, посмотрим, как у нас будут вырубаться здесь деревья и все, что можно. Не вырубаться, ребят, здесь не будут только вырубаться. Здесь будут сажать деревья и вырубать, соответственно. Как же много тут всего-то надо тыкать. Так, на паузе сделаю.
Ну что ж, все нарисовали. Дадим, короче, зеленый свет, открываем игру. То есть игра уже пошла. То есть у нас было на паузе до сих пор. И сейчас посмотрим, что здесь будет. Мне кажется, здесь пока что строятся даже люди не будут. Ух ты, будут. Так как здесь... Ага, здесь рабочих не будет, я почти уверен. И для того, чтобы здесь рабочие были, вот-вот-вот-вот, начинают уже вырастать деревья для вырубки. И все начинается непосредственно... Кстати, а может мне это переместить? А могу я ее переместить посередине? Она красиво здесь будет сидеть у нас? А, блин, здесь дороги не хватает. Ну, блин, ну жаль. Окей, пусть будет так. Я надеюсь, что этого хватит. А если не хватит, мне придется еще одну строить. Еще одну солнечную башню. Блин, вот так вот. Вот так у нас и строится промышленная зона. Водичка есть. Все есть. Блин, башня мешает и поднимает мою камеру. Вот. Вот так вот. Видите, тут у нас были пальмочки, да? Но когда кто-то приезжает сюда, чтобы делать бизнес, он сажает свои деревья. Сажает их, потом вырезает. Потом опять сажает и так далее. Это круто, потому что это возобновляемый источник этого. Ну, типа, ресурс такой возобновляемый. А нефть выкачал и все. Или... Этот, у нас там есть, наверное, уголь. Вот там вот наверху у нас есть уголь, если я не ошибаюсь. Сейчас мы посмотрим. А, да, здесь у нас, как называется, руда. Вот. Вот здесь у нас тоже можем построить промышленность по добыванию, допустим, руды. Но, опять же, закончится, как и нефть. Но несмотря на то, что у нас нефть, как бы, по виду, здесь мы смотрим, что типа закончилась, прибыль... Нефть еще нам приносит. Смотрите, 6060, как и было в начале. То есть мы видим, что нефть там уже все, там уже пропала, но все же прибыль идет и идет от нефти. Так, с транспортом я так еще... Ага, автобусы. Для транспорта, чтобы транспорт, общественный транспорт нам приносил прибыль, нам нужно больше автобусов ставить. Хорошо, здесь люди строятся, но нам нужно здесь обязательно поставить пожарную часть и все, что вот будет защищать их от пожара, короче, от ментов, короче, поставить, пожарную, поликлинику, может быть. Так, сейчас, секунду, куда вас, сэр? Ну, пусть будет так. Это у нас кто? Это у нас поликлиника. Могу ставить больше, но, блин, большая поликлиника здесь не нужна, блин. Вообще не нужно. Маленькая, вот если вы видите, хватает. И даже середина у нас где? Где-то здесь у нас середина. Значит, здесь будет поликлиника. Раз. Пожарная часть будет у нас... Сколько машин помещается? 6. Давайте больше. 25. Пожарная, здоровенная, здоровущая станция. Сколько она стоит? 60 тысяч и уход 1440. Не-не-не-не-не, это много. 1440 это очень много. Пока что пожарное депо. Нет, ребят, это дорого. Слишком дорого. Так, это сюда пойдет. Полиция, полис. Полис, тут много, полис не надо. 10 машин нам хватит. Короче, все в одну кучу. Или? Не, вот сюда вот. Вот. И пожарная, и полиция, и все здесь у нас. Что еще не хватает? Угу. Мне кажется, с мусором тут проблемы могут быть. Поэтому я сюда поставлю центр переработки отходов. Надеюсь, им будут пользоваться. А он загрязнение дает? Блин, дает. Блин, елки-палки. Я хотел, чтобы все чисто было. Ну, посмотрим, мусорные машины будут ехать или нет. Так, все уже. Пошли фуры. Отлично. Ну, в таком случае, делаем, ребята, автобусные маршруты. Автобусные. Так, секунду, чтобы сюда люди приходили на работу. Тут вообще люди есть, работают? 7 вакансий.
Ну, мало. Походу, мало. Давайте сделаю, короче, один маршрут такой. Интересный. Интересно, это у нас будет, значит, с города. Как добавить? Вот так? Нет, вот так вот. Мне автобусный. Автобусный маршрут нужен. Хотя, погодите, а чё я парюсь? Почему автобусный? Давайте поезд сюда протянем. Кстати. Кстати, да. Поезд. Поезд, поезд. Куда ты у нас проедешь? Хорошо, делаем поезд. Сюда. Сюда. И... станцию, одну станцию. Замутим. Железнодорожная станция, блин, сколько затрат. Это жесть. Не хотелось бы мне здесь. Фэншуй поломается. Поломается, блин, испортится. Я не знаю, давайте здесь. Сюда и замутим станцию. Наверное. Железнодорожную. Да, вот так вот. Вот так. Все, станция есть. Отлично. Там у нас как раз меньше ресурсов. Нет, там у нас зеленая зона. Ну и хрен с ней. Нужно ли же людям как-то доехать, блин, до работы? Так. Это вот сюда не пойдет. А это вот пойдет. Я понял. Короче, здесь будет, как я понимаю... или конечно, или все-таки не конечно. Сейчас, секунду. Нет, не конечно. Давайте все-таки сделаем по-человечески. Вот так вот, одну линию. Дальше. Даже не знаю, куда уходить сейчас уже. Под землю? Или нет? Влезет? Влезет, круто. Круто влезли. Отлично. Так, можем уйти в землю? Это под землей, под землю. Блин, нельзя, блин. Дорога мешает. Плохо. Поворотик. Но, давай. Место занято. Какое место занято, блин? Я вам сейчас дам, сейчас занято. Так, что-то у нас не хочет. Да, дорога мешает. Хорошо, что можно сделать с этой дорогой? Я не хотел бы ее ломать. Вообще не хотел. Значит, перемещаем. Так, на паузу ставим и перемещаем вот эту вот станцию. Переместить. Да вот сюда вот. И мне кажется, этого хватит. Это поломаем. Это поломаем. Отлично. Делаем, делаем, делаем. Так, не путаем. Вот эти вот штуки. Поднимаемся на поверхность. Это продлить. Это продлить. Здесь... продлеваем сюда и смотрим, сейчас могу уже или нет. Да, могу. Отлично. Отлично. То есть, отлично. Это будет под землей у нас. Ну, примерно так. Примерно так. Дальше, соединяем. Нет, примерно не так. Это ошибочно было. Вот так вот, потом... соединяем. И вот эта вот часть у нас уйдет под землю. Отлично, все. Энергия есть. То есть нет, там энергии нет. Сейчас мы ее тоже протянем. А здесь мы сделаем вот таким вот способом, что ли. Это у нас пока что под землей все находится. Здесь мы вылезаем. Нет, нельзя нам вылезать отсюда. Я понял. Остаемся дальше. Под землей, отлично. Сейчас вылезаем. Запутано, но интересно. Ребятки-то, а? Запутано-то как. У нас тут все. Есть линии, да? Да, линии. Есть линии, отлично. Сюда-сюда. Блин, ну круто. Что могу сказать? Вообще шикарно. Так, это у нас с этой стороны. И с этой стороны то же самое. Мы должны соединить с другой частью города. Это у нас под землей было, да? Блин, опять же, затраты большие. Большущие затраты. Я вот уйду вот
Сейчас, секунду. Вот сюда. Потом, блин, сколько же денег тратим? Потом сюда вот. И сюда. Вот таким вот образом. Так, маршрут туда пойдет. Маршрут может пойти обратно. Отлично. Так, запускаем? Нет, не запускаем. Энергия нужна. Нужна энергия, значит, я тебе даю пока временно. Как я говорю, обычно вентилятор. Держи. Вентилятор. Я думаю, временно хватит. Чтобы много проводов не тянули. Поэтому я вот так и делаю. Потом это все убирается. А, все. Хватает. Да. И водичка тут есть 100%. Ну и теперь маршруты. Маршруты надо делать. Так, давай поднимемся на поверхность. Вот так вот. Теперь нужен маршрут. Маршрутик. Сейчас мы его замутим. Маршрутик у нас будет. Допустим. Допустим, да? Один поезд. Так, создать маршрут. Не-не, не перетащите, а создать. Секунду. Создать новый маршрут. Бац, одна точка. А чё я парюсь? Давно уже надо было мне соединить вот этот вот, вот эту вот линию. Как-то. Каким-то боком. Не знаю, правда, каким. Сейчас посмотрим. О, можно. Хм. Как можно-то, а? А дальше что будет? Ты сюда хоть заедешь? Кстати, заедет. Заедет, отлично. Сейчас соединяем, соединяем. Все нормально получается. Соедините вот эту вот станцию. Не по кругу, чтобы она шла, а... чтобы она уходила напрямую к следующей станции. Вот сюда вот. Ну, наверное, вот. Наверное, вот сюда вот. Наверное, нет. Или сюда, нет, давайте сюда. Так, пока сюда, и потом мы вылезаем. Вылезаем. Секунду. Ну, вылезай. Не туда, да не налево. Да, хотя и пусть налево, пофиг. Хоть налево. А чё, можно. Запросто. Все, соединили. Это уже круто. Так, я создал там маршрут, да? Так. Создать новый маршрут. Уже есть вроде. А здесь мы добавляем остановку. Создать, не-не-не. Да не создать новый, вы чё? Так, окей, создать новый маршрут. Бац, создал новый маршрут. Потом точку сюда, чтобы взяли людей. Добавить остановку, отлично. Дальше, если кому-то нужно, добавить остановку сюда, вот. И пусть едут прямо на работу. Добавить остановку. Отлично. Ну а теперь куда? Туда, что ли? Ну пусть едет по кругу. Пусть едет, допустим, сюда ему нельзя, я понял. Пусть едет, допустим, добавить сюда остановку. Добавляет еще одну остановку. Добавить. Сейчас мы закроем все этого дела. И здесь завершить маршрут. Есть. Так, ребятки, маршрут создан. Посмотрим. Остановка одна. Нет, это мы закрываем. Мы это тут делали, но мы не доделали. Что у нас здесь? Вот у нас маршрут железнодорожный номер 3. Это мы назовем вырубание лесов. Нет? Или лес. Давайте назовем его лес. Просто лес. Так. Вот так вот. Лес. Есть? Есть. И цвет ему дадим. Цвет зеленый. Вот так вот. Ну, чуток темнее. Вот так вот. Отлично. Смотрим. Поезда есть? Поезда есть. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять штук. Ого. Что-то как-то вас много-то, а? Немного ли вас? А где он? Мне интересно, как он поедет и куда он поедет. Так, секунду, где? Маршруты где увидеть? Это вот здесь. Вот здесь. Дай, покажи мне.
Но я хочу его увидеть, сколько народу он возьмет с собой. Ну, сейчас он появится, походу. Сейчас появится. Давайте ускорим. И... не появляется. Вот, это он. Пассажирский поезд, посадка. Куда он едет? В Вербург. Ага, это не наш поезд даже. Это какой-то чужой поезд. Или наш? Транспортные маршруты. И куда он поедет? Да, это не наш маршрут. Это интернациональный маршрут. Понял? Понятно. Друзья, я думаю, на этом можно закончить. Мы маршрут сделали. Сейчас мы посмотрим, кстати, ради интереса, что там у нас построили там что-то новое или нет. Ну, вот эти вот, которые с лесоповалом. Блин, где этот гребаный поезд? Новый который. Сейчас поищу его. Нашел его. Вот он, поезд-то. Так, давайте проследим за ним. Что у него? Это у нас первый, как я понимаю, если я не ошибаюсь, первый поезд. Пока что 12 пассажиров. Пока что. Но здание сгорело. Да ничего страшного, сгорело-то сгорело. Мы это все сделаем потом. Так, давайте побыстрее. И... поездок-то наш загружается, выгружается. Ну да, пока еще люди не поняли, что да как. Пока они еще не знают, есть ли там работа, нет. Плюс к этому они не только на работу едут, но они с той точки, считайте, вот ко второму этому вокзалу едут, если кому-то надо. И так далее. Но потом, мне кажется, по чуть-чуть будут все больше и больше людей пользоваться этим маршрутом. Да, ну слабенько, пока что само собой слабенько. Так, давайте посмотрим, что у нас все-таки здесь. О, у нас все-таки здесь все отлично, все шикарно. Люди приезжают на работу, доступны вакансии даже есть. Так что все превосходно. Пробок, как я вижу, уже есть. Пробки. Ну, можно будет тогда разгрузить, одну дорогу выпустить вот сюда, вот в этот конец, и одну вот сюда. Так что без проблем. То, что, кстати, временно, я прямо и сделаю. Вот так вот, одну полосу, да? Это вот туда вот, если кому-то надо. И одну полосу оттуда, если кто-то уже уезжать хочет, это автобанная такая штука, автобанный выезд или съезд, но без светофоров. Без светофоров. Это значит, нам нужно... Так, ребятки, вы, кстати, еще писали, что дорогу можно назвать. Но именно улицы. Мы это все сделаем обязательно, но, к сожалению, не сегодня. Здесь знак стоп. И здесь ничего не надо. Все, все едут дальше, как и должны ехать. Если кому-то направо понадобится, он выйдет направо. Если здесь, конечно же, что-то построят. И также можно сделать дорогу вот отсюда, как-то через мостик, туда вот направо. Но это уже как бы второстепенная проблема. Самое главное, что мы вот создали вот такой вот район для вырубания лесов. Это у нас лесная промышленность. Вот так вот. Круто. Мне интересно, а если на этом кругу убрать знак стоп, аварии будут? Давайте уберем. Чисто ради интереса. Убрать. Езжайте, маленькие. Ух, пошел поток. Ну, как я понимаю, он даже не нужен. Да, вся пробка уехала. Отлично, отлично. Круг работает на ура. Ребятки, с вами был Кентавр. Это была игра Cities Skylines. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, ставьте пальцы вверх. Если это не так, но вы все-таки хотите продолжение этой игры, ставьте также лайки. Всем удачи и всем пока. Давайте еще чуть-чуть понаблюдаем. Но дальше уже надо будет работать вот по этим вот темам. Люди почему-то уходят. Надо будет разобраться, почему, зачем и что случилось.